Катманду очень интересно. В городе живет много увлекательных людей, разносторонне развитых и интересно внешне выглядящих. Например... Привет. Это бабенка. А вот там еще баба. Нас будут просить на дня. Привет, друзья. Вот предлагает что-то купить, наверное. Ом нама сибая, ом нама сибая. Нама сибая баксис. А пахнет так ароматно. Ну я снял, может отпустить их? А я его и не держу, у меня вообще руки за спиной. Я слышу, меня даже... Ну я говорю, как клоуны они такие ходят, и вот даже пахнут, знаешь, вот какой-то вот этим вот театральным гримом, какой-то помадой или каким-то там. Это нереальный Катманду, понимаешь? У нас там есть что-то поинтереснее. Я тогда одну аптеку, короче, ставлю тебе. Вообще. Сейчас расскажу, понятно.